Очень. Ну, знаешь, да вроде нет. Мне кажется, чеснока уже тут. Пленочка. Да, пленочка. Ну, я тоже смотрю. Помоемся. Чтоб мы не обосрались завтра. Вера снимает Веденский сход. Во славу картошки. Они делают какое-то зелье. Нет, мы делаем другое. Но с чесночком. Можно вампир подгонять. Угу. Будет сейчас высчитывать импостера. Ты поснимала то, что там Леша делает? Нет, сейчас пойду поснимаю. Заодно поснимаю, как преобразился вольер ворон. После уборки. Я теперь тоже хочу посмотреть, как преобразился вольер ворон. Да ё-моё, минус чесночина. Мы там в вольере сейчас убирались, когда там, короче, я говорю, ворон можно использовать просто как строители. Они могут производить демонтаж, они могут производить цемент, потому что то, что там мы снимали с верхнего слоя земли, это был натурально цемент. О боже. Вы кочки снимали это, шоры? Ты решил сегодня все достроить? Что? Если что, вчера был только каркас. Вчера с утра не было и каркаса. С утра не было и каркаса, да. Какое у тебя достойное черпало, Форест? Трогать нельзя, только смотреть. Такое, что такое, что такое, что, Маруся? Что, что? Что, 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 что? Да. Да, ты принесла мне орешек. Давай, 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 давай. Или что это? Что это такое? Что ты принесла? Даже уже не важно. Уже не важно, что я принесла. Чеши. Чеши. Сейчас птенцов стало поменьше, поэтому у нас в планах глобальная уборка везде. Мы сейчас начали разбирать вороний вольер. Вороны временно переселились в 6-метровый и устраивают там срач. А мы сейчас все убрали, вытащили оттуда старые ветки, вытащили мусор. И Макс будет класть сегодня плитку туда, чтобы было почище. Да, Люся, остойся, тебе кто-нибудь вот так вот возьмет и голову-то оторвет, а, Маруся? Да. Да. Давай, что там? Что там, Марусь? Что во рту? Давай, говори.
Такая она перелиняла, такая красивая стала. Все, я иду воду наливать. Да. Воду наливать иду. Да. 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 Синяя птица. Ты синяя птица. У нас тут веточка упала и темночку придавила, короче, смородиновый куст. Страшная собака пришла. Страшная. У вас сегодня, смотрите, арбузы с дыней. Скажи, ничего так, ничего так. Ну, конечно, не только арбузы и дыни. И эти такие. Все это очень вкусно, но уходи. Спасибо. Спасибо. Это все мне? Это все мне, Марусь? И это тоже мне? Спасибо, спасибо. Ценю, ценю. Газа. И газа. Не, скоша. Ну я тоже хочу в кадр, я тоже хочу в кадр. Он тыкает мой телефон и тыкает меня в глаз. Сейчас Маруся съест тебя. Все, хватит мне в штаны прятать всякое непотребство. Хочешь, тебя тоже почешу? Да. Почесать? Да. Коша. Маруся, мне кажется, умрет от ревности. Марусь, ты неприличными вещами занимаешься. Коша не любит тактильный контакт. Давай, 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 давай. Это мне, да? Нет? Ну давай.
Нет, не мне. Ишь, Коша, пристань. Кто здесь? Смотри, кто здесь? Неинтересно. Неинтересно. Останки. Жалкие останки. Прошлого пиршества. Ты на что-то намекаешь? Ну ты здесь держишь руку, рука должна чесать. Рука должна чесать, она не может просто так ничего не делать. Скош, если ты сейчас ткнешь меня в глазик, я не знаю, что я с тобой сделаю. Маруся вот не любит сидеть на ручках, но любит, когда ее чешут. А Сквоша любит сидеть на ручках, но терпеть не может, когда его трогают. Что это такое? Пуньк. Пуньк, пуньк, пуньк. Что это такое? Марусь, ну вообще птицы не любят, когда их трогают за пузико. Это уже какое-то вообще непотребство. Все, иди. Иди. Да. Да. Нет. Все, нет. Никакого больше чесания. Мне надо идти дальше всех кормить. Локи и ненависть к арбузикам. Мучного червя не дали, твари. Ты старый, у тебя уже печень отваливается и все остальное. Есть только два гендера. Маруся и Локи. Нельзя кусать меня за руки, нельзя. No!